Я всех приветствую в игре ETS на торговом. Дополнение Скандинавия тут недавно купил. И первый раз такой груз взял. Никак не попадался мне такой груз, ребята. Так что повезем его первый раз. Ну, все. Колесо забывай, не вспомните, мне как так машину сказать, не снижаться. Теперь можно трогать. Так что тронулись мозгами. Будем вести очень аккуратно. Груз дорогой, красивый. Стараемся без повреждений довести. Ну, в одиночке это нереально. Опять коробка хрупнула. Ой-ой-ой, лаги, тихо. Нам же надо где-то заправиться, заехать, переночевать. Да, чего-то потом не посмотрел. Сейчас бы он приехал у меня. Да, бензин совсем мало. То есть топливо. Ехать нехило, 2 км. Нормально, 2 км ехать. Да едем потихонечку. Хотя бы по пути сегодня, все остальное завтра поедем. Так, 2 минуты пока играю. Я точно. Ну как раз полчаса, если компьютер не подведет. Ну сейчас Скандинавия классное дополнение к этой игре. Жалко, что меня в мультике забанили. О, заправочка. Еще, кстати, не знаю, почему даже забанили. Знай бы. Почему? Давайте накормим нашу машинку. Мою вечную машинку. Чтоб она меня довезла до самого. До Италии. Так, глушим двигатель. Все по правилам. Даже на рычажок поставим. Так, все. Раз. О. Что долго люся? Бензин наш, то есть соляра. А блин, коробка. Я что-то вот не обращал внимания такого, чтоб она раньше так хрустела, так сказать. Куда так слишком-то брать? Так вот. Всяких случаев. Ладно. Настоящий отдых, так скажем. Переночуем где-нибудь. Потом зазевать, да и переночуем. Ехать нам, значит, 3 часа осталось без сна, 66 часов до груза. Милан. Не обращайте это, я тут ездил, пытался доехать до базы. Mm-hmm.
дай бог, получилось бы доехать куда-то по пути. Бедный компьютер, жарко ему. Чё, воздух гоняет жаркий. В комнате вообще тепло. Ему тоже жарко, бедному. Ну, ноутбук, вернее, смартфон покупать. Надеюсь, звук слышен хорошо. Тут я снимал автомеханика. Звук был поганый. Вот это воздух мы взял. О, минички. Лавочки. Минички так для прикола включил. Пары пока не нужны. Каменьки для Италии. О, точно. А вот я что-то не припомню, там есть ли этот дилерский центр с камнями. Ну ладно, доедем завтра, узнаем. Да, в мультиплеере было бы интересно сейчас, конечно, поесть. С кем-нибудь поразговаривали бы сейчас. Ну ладно. Вот так вот, 8 моего канала. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Раз сейчас Скандинавия ушла, будучи, может быть, вот учащая врачом механика. Хотя и механика бы нахуй играть, тоже интересно. Самолетики. А я запомню, если ночью ехал. Плохо было видно. Сейчас надо срочно искать. Ночевку. Так. Что-то говорят, нет, только нет. Для тебя техническим причинам. Я решил доехать. Что-то что за какой-то посторонний подороты. Что такое? Давай. Греть. Повер замедлила. Блин, мы затянем. Давай, скамеечка. Давай, моя хорошая. Блин, я залагал тут. Ужас. Чем тут залагал тут? Что-то с ним совсем. Да. Ладно, давай. Давай, ты сможешь прорваться. Да. Я вылезу тут. Сейчас он как где? Вот, остался чуть-чуть. Давай, рынок, что-то загрузил там. Слышь, минуту играю. Да сейчас за зимой будет так смешно. Я говорю, полно было. Давай, надо сюда тень, как раз. Станется меньше даже.
давайте здесь еще сохранимся. Вот так вот, да. Еще бегу. Я разницу попробовал. Я просто еще нашел. Никто это не нашел, блядь. Ладно, попробую. Них течет, блин, наверное, здесь считается. Ну, там что-то есть какие-то птички. Просто не встречал. Да, блин, точно. Не получится у нас. А чем без меня? Что? А, нет, смотри, как печальки. Какой-то технический грубу сейчас. Ой. Что? Ну ладно. Давайте тогда глушим двигатель, ручный чатчик. Переночуем. И на этом с вами, ребята, попрощаемся.